Аккорды тащат, аккорды имба. Всем здорово, с вами Август Плей. С нами в команде Муни Найман, и сегодня мы протестим, как играется 6 аккордов. Урон все равно просто катастрофически низкий. Ну, просто нереально катастрофически. Да, у нее перезарядка просто крутая, стреляет он, по сути, бесперебойно. Но это не отменяет факта о том, что просто урона не хватает. Конечно, можно еще поставить, конечно, несколько штук. Типа как диверсифицироваться для того, чтобы если один отбили, там следующий остался, но нет. Плюс-минус, конечно, приятная обойма. Ну, типа, я не могу сказать, что он прям уж совсем уж плохой, но преимуществ, конечно, явно маловато. Но я так скажу, это играбельно. Это играбельно, это лучше, чем делать какой-то, ну, типа, плохой крафт, не знаю, на разной сборной солянке. Уж лучше, походу, действительно, если у вас там, допустим, не хватает тот же самый... Если не хватает золота, сделать лучше нормальный крафт, но с этими же аккордами ударов крайность. Потому что отыгрывать на них, вот если брать реально PvP батл, то вряд ли что-то из этого будет выйдет нормальным. Хотя он против ракетчиков, если их закрушит, то, в принципе, несложно играть. О-хо-хо. О-хо-хо. Ну, кстати, не отбил, не отбил. Серьезно, все еще не отбил, да ладно? О, вай-вай-вай. Как так случилось? Как так случилось? Взрывается. Взрывается. Это бой на аккордах. Ну, конечно, у меня 5700 здесь. Я играю на арткрафте, это не какой-то серьезный крафт. Да и сама рубрика тоже несерьезная. Ну, камон, аккорды на 6000 ом, по сути. Ладно, здесь можно пренебречь, наверное, безопасностью в какой-то степени. А вот это очень плохо, потому что он меня по любасу перестреляет. А вот дробаши прям еще хуже. Тихо, тихо, тихо. Колесики надо ему стрелять, колесики. Серьезно, серьезно, даже что-то из этого выйдет. Чуваки, вас уделает чувак, игрок на аккордах. Вы не позоритесь-то. Не позоритесь. Это аккорды. Да камон, да камон, серьезно. Ты сейчас тоже продуешь аккордом. Да ладно, я буду просто орать, серьезно. Сейчас будет еще в конце видоса винрейт 100%. И это будет ржать. Аккорды тащат, аккорды имба. О, чувак с корва. А, нет, это не корва. А, это тот же самый с этим, я понял. Ничего, мы его сейчас доберем вот так вот. Нам это не страшно, мы его можем спокойно закружить. Все, все, паренек, всю ружку на конструкционку поставил, и до свидания. И до свидания, и не поможет, даже если ты бочку поставил. Аккорды тащат, просто тащат, рвут рандом. Короче, инструктаж, хотите иметь винрейт 100%, берите аккорды. Играйте только на аккордах, и все, мы его хаваем, просто хаваем. Озноб включаем, накидываем. Чувака со спектрами тоже будет ржачен. Сейчас повезет, поймет, что его, по сути, взорвал аккорд. А ну вот, там чувак на ховерах. О, молодец, купил себе ховеры. Ничего, мы сейчас себя порадуем аккордами. А, тихо, что ж ты? Вот так вот, слишком далеко. Близко не подъезжаем, потому что у нас аккорды. Он что, на молотка? Или что это? А, не, это синий вектор. А зачем он поставил это на... квант, камон. Ну, камон, что вы делаете? Что вы делаете? Назад, назад. Очевидно, что у нас победа будет. Ага, там нашего разбирают. Мы все равно поехали за этим. Погнали. Но здесь прямо, ребят, совсем уж чахло. Я даже не думал, что на 5700 прям такие слабенькие крафты будут. Так, это ты у нас решил повыпендриваться. То, что у тебя, да, бур, пила есть, дружба. Твоя дружба... Без друзей не поможет. Играем стратегически. Стратегия подвела нас. Стратегия нас подвела. Стопай. Давай вот по себе понакидываем. А ну получится ли сейчас просто вот так безнаказанно понакидывать по нему? Да, меня игнорит. Меня чисто игнорит. Наверное, если ты на аккордах, у тебя есть пассивный бонус. У тебя есть невидимость. Тебе игроки банально не видят и думают, что ты бот. А вот сейчас, кстати, плохо, потому что у него верзилка. У него пушка прям. Пушка. А. Все, сразу. А. Минус два. Давай. И тебя минус один.
А вот это плохо. Нам надо, чтобы нам хоть кто-то помог. Хоть кто-то помог. Давай, у нас винрейт 100%, нам не надо его менять. Хелпаните, ё-моё, хелпаните, быстрее, быстрее. Да что ж, они даже игнорят чуваков с оружкой. Быстрее, 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 сюда, сюда. Помогите, помогите. Давай, давай, давай. Смотри, за мной гонится. Боже, да какой ты надоедливый. Ну, а тиммейтам просто плевать. По боку, вообще по боку. Будем сразу накидывать по противникам. Тихо-тихо-тихо. По пуликам работаем. Перезаряжаемся. Хотя здесь перезарядка реально по кайфу. Просто секундная. Говорят, пим, и все. Просто пим, и все. Давай, давай, давай. Да, здесь, конечно, тиммейты не то, что на 10 косарей его, мы это прям земля и небо, я так скажу в этом плане. Так, слева кто-то у нас есть. И это тот самый противный челик. Да, подожди, не-не-не, давай теперь я за тобой погоняюсь. Не хочу тебе, скажем так, давать прям такое удовольствие спокойно играть. Вот этого челика надо тоже забрать, потому что он в инвизе. Может натворить дело. Во, естественно, естественно, он за мной едет, естественно. Там кто-то у нас тоже есть. Гусеничку, гусеничку отобьем. Вот этого по кабинке накидаем ему. Вот этому тоже накинем по кабине. А, стоп, вот этот нас кошмарил в прошлый бой, да? Ну, естественно, из моих тиммейтов никто. Ладно. Давай, все, аккорды тащат просто, аккорды тащат. Молодец, молодец, ты проиграл аккордом, парень. Что ж, ставки повышаются, и теперь у нас крафт не на 5700, а на 6700. Соответственно, здесь будут ребята намного серьезней. Посмотрите их потенциал по полной, увидите его. Вот так вот сделаем. Но цифры вылетают вроде бы такие же маленькие, но почаще, просто почаще. Так, на нас совершает покушение. Сейчас мы это покушение предотвратим. Чувак не может догнать. А, ну точно, он же на своих тяжелых гусеницах. Кому? Тебе уделали аккорды. Тебе уделали аккорды, чел. Это аккорды. Да, конечно, добивает прям очень-очень долго, но... И, ну, свой определенный прикол в этом есть. Это бот, да, это бот, прям интересно здесь. Переключаем режим и начинаем атаковать, все. Что это только... А, я понял. Чувак просто гения крафтостроения. Взял самую медленную кабину, поставил ее на колеса и поставил кучу-кучу буров. Гениально, гениально. А, вот это, кстати, неприятно. А, у него триггер, у него триггер. Ну, кстати, ничего, сейчас чувак ощутит всю мощь аккорда. Аккордовый ноги. Давай, давай. У тебя дробовичок, да? Что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь со своим дробовиком. Вот, кстати, триггеров я бы боялся, потому что они достают до меня. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Мне кто-то собирается помогать или нет? Нет? Во, отлично, теперь можно попробовать, да, добить его, просто добить. До него. Давай, давай, ты все равно уже никуда не уйдешь, полетел. Все, ты со своими АГСами будешь только наслаждаться жизнью теперь. Давай, давай. Сейчас у меня, конечно, есть парушки, все, все отбил, с одного выстрела отбил, ладно. Обидно, обидно. Хочу, чтобы ощутил мощь, мощь аккордов. И опять меня... Ладно, опять я один. Ясно, понятно, спасибо, тиммейты. Надо ему отбивать эти корова. Это единственный варик, который я вижу. Тихо, 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 давай хотя бы по нему понакидываем. Блин, паразит, он мне по ховерам бьет. Ничего, ничего, мы сейчас ему предоставим урок. Давай, давай, грамотности, давай. Аккорды — это имба. Запомнил, ИМБА. Фу, я думал, у меня сейчас будет буром. Вот это плохо. Вот это, естественно, плохо.
Естественно, меня бросили. Ну, это стандартная ситуация для тиммейтов. Естественно, бросили. По-другому, ну, иначе быть не может, естественно. А на этом все. С вами был, как обычно, Август Плей. И до скорой встречи в новых видео.